Областной центр занятости поможет выпускникам определиться с будущей профессией. Сегодня в Северодонецке представители школ, училищ и вузов вместе с работодателями обсудили вопросы профориентации молодежи. В этом году в области около 3000 выпускников 11 классов и более 4000 девятиклассников. Чтобы ребята не ошиблись с выбором, в школах будут проводить факультативные занятия по предпринимательскому делу. Мы должны все-таки давать эти знания, воспользуется им ребенок или нет, это уже как бы задача, ну, возможно, не наша. Но мы должны сегодня сделать все для того, чтобы ребенок, который сегодня есть выпускником, стал успешным человеком, чтобы он имел достойную заработную плату. Главное для нас сегодня завдання, чтобы наши дети, наши выпускники, наша молодь залишалась у нас в Луганской области, никуда не выезжала, а развивала область.